Сейчас в Майами происходит, можно сказать, грандиозное событие. Сегодня впервые распахнул двери для своих гостей новый резорт, здание которого выполнено в форме огромной гитары. Отель принадлежит известной сети Hard Rock. И мы, как и многие другие, приехали сегодня сюда специально, чтобы своими глазами увидеть это чудо современной архитектуры и показать его вам. Ну что, пойдемте смотреть. Сегодня здесь присутствует огромное количество людей. Собралась вся элита Майами, от администрации города и представителей власти до коренных американских индейцев племени семинолов, на землях которых построен этот новый уникальный отельный комплекс. По данным отеля, на первую ночь раскуплены полностью все 1300 номеров. В создание единственного в мире отеля, имеющего форму гитары, инвесторами было вложено более $1,5 миллиарда. Гостей ждут новые люксовые номера, бассейн в стиле лагуны, большой открытый бар на крыше, элитный спа-центр, магазины, бутики, множество ресторанов и казино. В отеле также есть большой концертный зал вместимостью до 7000 человек, в котором будут регулярно проходить концерты мировых звезд, различные телевизионные шоу и крупные спортивные матчи. В центральном холле расположен красивый фонтан, который был спроектирован создателями фонтана в Белладжио в Лас-Вегасе. Красочное шоу фонтанов будет исполняться каждые 40 минут. Сегодня на церемонию открытия приехало множество гостей со всей Америки. Здесь присутствуют более 70 знаменитостей, известные рок-музыканты, актеры, звезды шоу-бизнеса. Культовым моментом праздничной церемонии стало удивительное световое шоу на фасаде гитары и фейерверк. Глядя на все это, с уверенностью можно сказать, что Майами с появлением нового резорта Hard Rock приобрел еще одну значимую и яркую достопримечательность в виде такого необычного и уникального строения в форме гитары.